Уважаемые жители Северского района, в настоящее время в стране идет перепись населения. Это важное для нашего государства событие. Для определения дальнейшего экономического пути развития необходимо, чтобы все население приняло участие в этом мероприятии. В этом году перепись может осуществляться двумя удобными для вас способами. Переписчики на дому заполняют анкеты. Либо вы можете принять участие в переписи на портале государственных услуг. Я призываю вас всех обязательно поучаствуйте в переписи. Проявите свой гражданский долг и неравнодушие в дальнейшей судьбе нашей страны.